Доброго времени суток, друзья, я вас приветствую. Вот. В сегодняшнем ролике я вам покажу, как можно при помощи вот такого вот материала, это Хольц Лазурь торговой марки Фейтл, вот, сымитировать текстуру мрамора, либо же это будет текстура гранита или какой-нибудь космос. Я еще не определился, почему, потому что я очень сильно люблю импровизировать, я не знаю, что у меня получится по итогу. Вот. Здесь будет просто тотальный полет художественной мысли. Вот. Так что устраивайтесь поудобней. Сейчас все вам покажу. Материал, который будет использоваться, это Хольц Лазурь. Вот, в базовых цветах. Торговой марки Фейтл. Это палисандр, орегон, белый тип, красное дерево и венги. А также набор художественных кистей. Вот. И зубная щетка. Вот такая вот плашечка имеется, вот предварительно заколированная в темно-серый цвет. Вот как основной фон, на котором мы будем изображать при помощи лазури вот, текстуру мрамора. Так, берем нашу лазурь, вот белая. Кухонную губку и начинаем моделировать верхний слой. Вот фон получается. Вот такие вот морозики, как говорит мой коллега. Сейчас материал немножечко начнет схватываться, и будем его замывать. Итак, теперь при помощи сухой губки убираем излишки материала, оставляем ту текстуру и структуру, которая получилась первоначально. Такой вот фон получается. Вот за счет свойства материала, по мере того как оно высыхает, он начинает немножечко тянуться, и получаются вот такие вот бури, снежно-белые, песчаные практически, только без фактуры. Вот сейчас материал немножко подсохнет, и приступлю к нанесению следующего слоя. Итак, приступаю к нанесению следующего слоя. Тот же самый материал, та же губка. Та же самая процедура. Материал нанесли. Вот, ждем, пока начнет схватываться, и начинаем вытягивать рисунок из него. Сейчас он подсохнет, и приступлю к нанесению прожилок. Вот. Прожилки буду наносить тем же самым белым цветом. Вот. Кисточка художественная, все как.
добавим немного вот такого вот металлика композитовского. Вот. Ну вот как-то так. Вот такой вот ледяной мрамор. Сейчас все это дело подсохнет. Я его немножечко подкорректирую. И на этом все. Вот рисунок получается. Итак, результат. Вот такой вот простенький вот рисуночек, напоминающий то ли скол льда, то ли скол мрамора. Вот такой вот незаурядненький. Рисунок выполнен на изи. Ничего сложного нету. Вот. В общем, как-то так. Ребят, если возникнут вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. А на этом пока что все, ребят. Всем до скорой встречи. Пока-пока.